Мам, я дома. Отлично. Мой руки, садись обедать. Что там у нас вкусненького сегодня? Оп. А это зачем? Ну как зачем? По 50 грамм. Для аппетита. Привет. Ну как посидели? Ой, скучно. Была ж у тети Лизы. А она про свою Христину постоянно рассказывала. Бу-бу-бу, бу-бу-бу. Понятно. И чего она с ней так носится? Ну подумаешь, школу с золотой медалью закончила, и сейчас на красный диплом идет, а? Тоже мне повышенная стипендия. Ты зато вон у меня какая веселая, и мальчики у тебя есть. Мамочка. Да, доченька. У меня к тебе такой вопрос-просьба. Даже не знаю, как сказать. Ну говори, не тяни. Может, поговорим про секс? Что? Ну, наконец-то! Я уж думала, ты не спросишь. Значит, смотри, у мужчин есть пенис. Слушай, Лер, а может, ты в этот раз Новый год не дома отмечать будешь? А где? Да ну я не знаю. Ну, может, на вписке какой-то, может, с подругами, ну или, может, с парнем, а? Ну, тебе 20 лет, что ты будешь сидеть с нами, скучать дома, а? А мы отметим и спать ляжем через час. А подарок я тебе заранее вручу. Все, договорились? Только одно условие. Не пей там много. Да я вообще не собиралась. Расскажи мне. Я тебе пару бутылок с собой дам. А то пьете там что попало. А ты куда так? Гулять. С мальчиком? Да. Лера, ты нормальная? Ты на свидание так нарядилась? Там холодно. И что? Во-первых, не так уж и холодно. Еще вспотеешь, и будет хуже. А во-вторых, ну кому ты такой медведь нужна? А, так давай и снимай это бегом. Ты еще и в штанах. Быстро юбку надела. Ребят, вы все из разных городов, и мне очень интересно, какая у вас сейчас погода? Пишите в комментариях. У нас вот недавно уже даже снег пошел. Мам, ко мне завтра гости придут часов 7. Хорошо, пусть приходят. Я вот думаю, поубирать, наверное. Тю, зачем? Они что, пыль приходят под кроватями смотреть, а? У нас не так уж и грязно. Тогда расскажи лучше, что приготовить на стол? Лучше всего заказать еду в доставке. Я, кстати, уйду сразу, чтобы вам не мешать. Наверное, даже с ночевкой. А, и Ксюшу малую заберу с собой. Валерия, а покажи мне фотки мои. Ага, сейчас. Да блин, что такое? Опять завис? Сколько раз я говорила тебе, бери айфон. Айфоны неоправданно дорогие. Зато он не тормозит, в отличие от вот этого вот твоего, чтобы это ни было. Все, вот, смотри. Ну, это никуда не годится. Расфокус, цветопередача вообще отвратительная. Откуда ты все это знаешь? Вилсаком осмотрела. Ясно, короче, я тебе в Вайбере все скину. Какой Вайбер? Я им не пользуюсь давно. В телегу кидай. Это еще что такое? Подъем! Что случилось? Это я хотела спросить. Ничего, что сейчас вечер пятницы. И что? А ты спишь? Давай, быстренько собралась и поехала тусить с подругами. Но я не хочу. Мало ли, что ты не хочешь. Давай, а ты так всю молодость проспишь. Я в твоем возрасте вообще не просыхала. Ставь лайк, если мечтаешь про такую маму. Она отказала мне, сказала, что любит тебя. Думай, что любит тебя! Да она не может любить меня! Да я люблю тебя! Ой, переключи эту нудотину. Ненавижу мыльные оперы. Как мои подружки это смотрят? Давай лучше ютубчик глянем, прожарку, например, о, или Netflix. Я еще не смотрела новый сезон «Бумажного домика». Валерия, иди сюда. Помоги, иду к тете Люде на день рождения, не могу выбрать, что надеть. Не поняла, а мне не надо идти? Ой, да она вообще звала? Ну я подумала, что ты будешь с нами вот это сидеть, разговоры старческие слушать? Лучше оставайся там дома, поваляйся, почили, сериальчики посмотри. Вот, вроде ничего не забыла. Так, ага, ага. А горошек зеленый? Блин, забыла.
Ну и ладно. Без горошка оливье даже вкуснее. Ну, не иди же тебе из-за этого второй раз в магазин. Я сейчас доставку закажу. Блин, ну где мои штаны? Лера! Что? Ты не видела мои штаны черные? Так вот же они. Точно! Как ты это делаешь? Ой, мам, вечно ты вот это разбросаешь вещи, а потом найти не можешь. Есть что-то покушать? Вообще ничего нет. Да как это? Вообще, я не нанималась готовить на всех. Привет, Оксанка! Быстро дай зарядку! Дай зарядку! На, что случилось? Да капец, у меня уже 2 часа как разрядился телефон, а я дома банку забыла. Там, наверное, 1 000 000 пропущенных от мамы. О, не поняла, никто не звонил? О, голосовуха. Так. Лер, если можешь говорить, набери. Ну ладно, я пошла в магазин. Ключи, если что, у соседки. Это точно моя мама? Мам, а где мои детские альбомы? А зачем тебе? Мне для Инстаграма надо. Там челлендж «Покажи себя 10 лет назад». А, я выкинула их. Зачем? Ну, они место занимали. Зачем мне твои детские фотографии? Грёбаные соседи. Мам, эти соседи сверху? Офигеть. Не переживай, это я! А ты не боишься, что они полицию вызовут? Ой, чё? Пусть докажут, пусть тащат шумометр. Это нереально. Хорошо, мне мешает. Мне мешает? Ну капец ты скучная. Мам, я доела. Куда грязную посуду? На, да, поставь в раковину. Там некуда ставить. А, ну возле тогда поставь. Давай я помою. Ой, не парься. Завтра уберем. Никуда эта посуда не убежит. Все, я пошла. Ой, а что это у тебя на щеке? Испачкалась? Сейчас, погоди, вытру. Хотя, стоп, что я делаю? Это же мерзко. Иди в ванную умойся. Бабуль, спасибо, что накормила. Чипсы были очень вкусные. На здоровье, внученька. Вот, возьми денежку, это подарок. Бабушка, да спасибо большое, да не надо. Ну, не надо, так не надо.